Сами навели порядок. Жители красноармейского поселка Щербака вывезли мусор с территории заброшенной детской площадки. Отходы здесь скапливались с 2004 года, сказали участники акции. К работе присоединились несколько десятков человек. Им помогли коммунальщики. После генеральной уборки это место планируют благоустроить. Установят тренажеры и качели. Дети уже ждут такого открытия. Я хочу, чтобы были качели, горки и песочница. Чтобы площадка была самая красивая еще. Был мусорник сплошной, были ветки, дохлые собаки, извиняюсь, стекло. Ну, все, что можно было людьми выносить, все выносилось сюда. Вот, ну, сделали, расчистили, насколько смогли. Еще впереди, конечно, вот трактор работает. И еще надо будет работать и тракторам, и всем остальному. Мы решили убрать, и чтобы дети наши, тут где-то было им место играться. Вот маленьких, вот смотрите, сколько их тут бегает. И есть постарше. Сделать такую площадку, где можно спортом заниматься. И дети будут на лавочках, песочнице, и все будет нормально.